Доброе утро! А вы знали, что парафин, из которого делают свечи, это продукт перегона нефти? В День работников рекламы в России мы предложили югорчанам прорекламировать черное золото Югры. Пахнет специфически. А как бы вы прорекламировали нефть, если бы у вас была возможность? Ура! Я нефть открыла! Я богата буду! Или округ наш богатый будет! Вопрос сложный, так как это в первую очередь ресурс, но, наверное, делал бы упор конкретно на использование этой нефти, на ее выгодности в добыче, в производстве. Специально бы указал бы на рабочие места, которые понадобятся для добычи нефти. Ну, бензином пахнет, понятно. Нефть нужна только для каучука, для резины, для всего остального. А экологически чистая продукция, это, как бы сказать, заменитель бензина уже есть давно. Продукт для создания топлива. Как ее еще прорекламируешь? Ну, может быть, у вас... Бензин, керосин для автомобилей, для самолетов. Ну, нефть должна работать на благо всего народа. Это наше богатство, но, к сожалению, не для всех. Черное красивое золото. Черное золото России. Из него делают очень много продуктов. Очень полезная вещь. Без нефти мы никуда. Нефть – это наше все. Это наше топливо, в первую очередь, без которого нам никак. Поэтому нужно к недрам земли относиться очень бережно и также с нефтью обращаться очень бережно. Не расходовать ее просто так. Благодаря опросу мы узнали, что большинство жителей не знают, как пахнет нефть, хотя они живут в нефтяном краю. В некоторых музеях можно не только понюхать нефть, но и потрогать.